Барак Обама использовал неожиданное оружие, объявляя о новых мерах по ограничению оборота оружия огнестрельного. Во время речи он заплакал. Эмоциональную реакцию вызвали воспоминания о жертвах стрельбы. По статистике, только в этом году в США в результате инцидентов, связанных с применением винтовок и пистолетов, погибли более 30 тысяч человек. Столько же, сколько в дорожно-транспортных происшествиях. Соединенные Штаты не единственная страна на Земле, где есть жестокие и опасные люди. По своей природе мы не более склонны к насилию, чем остальные. Но мы единственная развитая страна, в которой этот вид массового насилия встречается так часто. Такого нет в других развитых государствах. Даже близко. Среди предложенных мер — лицензирование продавцов оружия и тщательная проверка биографии покупателей. Причем принять их придется в обход Конгресса. Республиканцы выступают категорически против ограничений. Реакция населения на инициативу Белого дома последовало незамедлительно, американцы бросились оружие скупать.